Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости рынка Форекс на канале InstaForex TV. С вами я, Тахмина Соломова. Единственный, кто пока что не ослабил хватку в предрождественское время – нефть. Сегодня котировки на черное золото растут, достигая максимальных уровней за счет опубликованной статистики от Американского института нефти во вторник. Так, по его данным, недельные запасы нефти сократились на 4 миллиона 150 тысяч баррелей после предыдущего прироста значения на 4 миллиона 680 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали другой результат, а именно меньшее сокращение запасов сырья на 2 миллиона 500 тысяч баррелей. Теперь инвесторы ожидают официальный доклад от Международного энергетического агентства в надежде, что результат окажется аналогичным, в результате чего нефть сегодня дорожает. Североморский эталон торгуется по $55.62 за баррель, оттолкнувшись от дневного минимума понедельника $54.80 за баррель. Нефть марки WTI также выросла и находится на уровне $53.58 за баррель. Аналитики все же отмечают, что торги на рынке сейчас вялые, так как большинство трейдеров в преддверии рождественских праздников начинают закрывать позиции. Свою силу демонстрирует и российская валюта, которая может еще больше посодействовать падению пары доллар США-рубль на следующей неделе. Стоит отметить, что в последнее время на российскую валюту не влияли как политические риски, так и на рынке макроэкономики. Что происходит и сегодня? Рубль не собирается уступать своему западному конкуренту. Пара доллар-рубль не прекращает опускаться. Сегодня она занимает отметку 61.0 с перспективой на дальнейшее снижение. Валютные стратеги предполагают, что дневным минимумом среды в паре послужит отметка 60.60. Однако стоит предполагать и то, что так называемые праздники для рубля прекратятся в начале 2017 года, когда торги в России будут закрыты по случаю новогодних и рождественских праздников. Но в любом случае экономисты отмечают небывалый прорыв рубля против господствующей мировой валюты. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале InstaForex. Оставайтесь с нами.